Все чаще родственники умерших стариков получают за них пенсию, об этом пишет номер один. Годами циничные люди не заявляют о смерти родных, причем обогащаются за счет государства, не только неблагополучные или полукриминальные элементы. Чаще всего такими аферами не стесняются заниматься и люди приличные, вроде бы с хорошей репутацией, которых никто никогда не смог бы даже подозревать в каком-либо противоправном поступке. Как ни странно, часто способствует этому технический прогресс. Раньше пенсии разносили по домам почтальоны, и скрыть факт смерти было просто невозможно. Теперь же большинство пенсионеров получают деньги на карточке. Атомную электростанцию в Бурятии предложил построить академик из Иркутска. Об этом пишет «Молодежь Бурятии». Статья посвящена персоне самого ученого Михаила Грачева. Москвич, выросший в США, никогда не был фанатиком чистоты Байкала, что не мешает ему время от времени устраивать истерики, касающиеся озера. Довольно критично отзываясь о деятельности биохимика, автор материала делает вывод об очередной его идее. И в этом случае Грачев просто-напросто занимается саморекламой. Он никогда не занимался атомной энергетикой профессионально, но делает громкие заявления. Лучше бы он проконсультировался у более компетентных коллег. Министр природных ресурсов и экологии России также высказался против идеи строительства атомной станции в Бурятии. Историю о необыкновенном человеке предлагает «Информполис». Даши Дандок Унтанов – лама и героический участник Великой Отечественной. В 1943 году совершил свой первый и последующие подвиги. Смельчак из горной Закамны забросал гранатами и подавил из противотанкового ружья два вражеских пулеметных гнезда, истребил 12 немецких солдат. После войны Унтанов работал в Монголии, а вернувшись в Бурятию более 45 лет, лама-фронтовик лечил людей. Газета «Улан-Удэ» предлагает статью о заслуженном тренере России. Владимир Бусовиков открыл музей стрелкового спорта, возглавляет отделение Стрелкового союза России. Его воспитанники показывают хорошие результаты, однако приходится сейчас и спортсменам, и тренерам нелегко. Все в спорте упирается в деньги, и цены на снаряжение и патроны взлетели до небес, а результата требуют. Из кожи вон лезь, но медали на гора, выдай. В сентябре 2014 года команда пулевиков Бурятии впервые стала чемпионом России. Потом последовали неудачи. Но за ними обязательно придут победы, уверен тренер чемпионов. Семья Мухуевых борется за жизнь своей дочери. В полгода она стала инвалидом с диагнозом цирроз печени. Маленькая девочка Кристина вынуждена 24 часа в сутки находиться под наблюдением врачей. Ее состояние оценивают как критическое. В любой момент может открыться кровотечение, которое тяжело остановить. Ребенку нужна пересадка печени. Доноры нашлись, но денег на их содержание, перелет, проживание и так далее у многодетной семьи нет. Мухуевы верят, что мир не без добрых людей. Реквизиты для перечисления денежных средств на странице газеты «Улан-Удэ». Это были лишь некоторые интересные публикации в свежих еженедельниках. Евгения Панарина, Булат Сединишеев, Алексей Щербаков. Новости дня.